Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows? Привет, малыш. Мы твои родители. Я твоя мама, это твой папа. Я думаю, что ты девочка. А я думаю, что ты мальчик. Привет, малыш. Я твоя бабушка. Я думаю, что родится у нас девочка. Привет, малыш. Я дедушка. И как бы молодозоны нам пообещали скорого рождения ребенка. И это произошло. И мы с нетерпением его ждем. Испокон веков всегда была сначала нянька, а потом лялька. Поэтому я за девочку. Малыш, мы твои бабушка и дедушка. Мы не знаем, кто ты, мальчик или девочка, но мы все равно тебя любим. Хочу мальчика. А я? Что Бог даст. А я хочу, чтобы и мальчик, и девочка были. Все, мы тебя любим. Пока, до встречи. Мне досталась такая возможность узнать первой, кто будет. Я уже знаю, но я знаю, что самое главное, это чтобы был здоровенький ребеночек. Муж. Мне хотелось бы пожелать им мальчика, ну, чтобы разбавить нашу семью немножко. Думаю, скорее всего, будет девочка. Ванюшка. Я хочу мальчика. Братика хочет. Максимка, а ты? Тоже братика хочет. Ну что, я думаю, там, что Бог пошлет, то и будет. А так, мои предпочтения, что-то, думаю, что будет девочка. Да, я тоже считаю, что будет девочка. Ребята ее хотят. Милые у вас, милое создание, милый ангелочек, милым ребяткам. Ждем девочку. Мальчик. Мальчик? Мы сегодня собрались по поводу узнать пол. Кто же у нас родится, мальчик или девочка? Ну, посмотрите на наших прекрасных родителей. Какие они счастливые, какие они радостные. Они очень ждут этого с нетерпением ребеночка. И мы его очень сильно-сильно с нетерпением все ждем. Я его буду любить так, как люблю Ванечку и Максима. Вот. Я присоединяюсь к словам бабушки, мамы, можно сказать так, что... И от души желаю вам ребеночка здорового, счастливого. Вот. И поэтому... Как бы счастья вам с вашим ребеночком, мы будем рядышком всегда. И еще хочу самое главное подметить, что в этот момент, говорится, в это прекрасное мгновение вашего события, старшая сестра уделила большое внимание. И я очень счастливый в этом плане.